первые шаги были очень трудные. И то, что вот последний спектакль, они показывают, что мы имеем уже в республике такой интересный, своеобразный, талантливый коллектив, как театр. Это наша гордость. И потом вот репертуар, который они принесли, это тоже очень закономерно. Вот недавно буквально Сапа-театр, драматический театр привозил сюда, ну скажем так, была на Голубом берегу, это, ну, скажем так, национальная какая-то драматургия такая. И все так, и Шекспир. И Шекспир в Москве вот очень с таким, как там показалось, по публикации, по реакции, видите, с успехом прошел. И вот театр там сейчас показывает по Сурью, это балет и вот Лолиту, да. И это вот очень показательно для нашей культуры этого. Не замыкаться, так, назовем так, не замыкаться в таком эстетике орнаментальной ориентации. Когда, вот, ну, когда обычно вот под национальным театром понимают только вот орнамент, то есть вот этническую сторону. Вот. А теперь, когда вот Лолита, это мы пытаемся доказать своей вот культурой по Якутии, что не надо слишком упирать на прежде всего на различие, на разнообразие, на отличительность только культуры. Культура в России, она соткана из разнообразных культур, но мы находим очень много схожести, то есть точек соприкосновения. И в этом смысле, ставя Шекспира, ставя вот театр там, ставя вот Набокова, мы говорим о том, что все-таки духовная, как бы, субстанция человека, она объединяет вот именно, когда мы видим похожесть, когда вот на таком материале национальный театр там начинает, то есть пытается делать свои спектакли, свои искусства. Бақсұрыек спектакль тұрырыды түргенім қол батақ, өркемге үлелінен тақсыпыд спектакль. Үлі бейді тақсыпыдығар әміске маңны үддіпті ғынаға бұттырыдтан кеге қайтара өйханада өсік бүйрен кәлір құрдық. Құрдық бұл көрәшілерге мен әтекпен бағарабын бұл бақсұрыек әмеге бөппетін кәніне бастан тыстыға суғата, онтон жәбітті ақпыл қайта болла, жәбітті кәнне мұғыса алуыдың кәнне балашы тоқтамынан жәміске бейді тұғы. Берін ұтыстырын тағымыттыра, онын ұлақан бірабы бес бәу болбыта, ол күнамырын, ол бірабыта аяғата ордық қағы, ұның қайтара үйрі қағы та елді біті. Мен хана бір бұл ұлақан білі футбольный аренаға қағыларын құддық, оның қолы бұра етінің қағыға ұлғаны төәспәті қағы сүрдіған сөқпетің ғанна
улыбдым даган дия коям. Анын туран бул көрөчүлөр бейлерин бейлери этелдер бейин хиттен лахан күүү энергияны алдык тилдер. Ол энергияны болдан төттүрүп бейин хамия колбара киндер кайкалдар киндер этилер сүргө бейин сүргө бүтүн котак бүтө эми бейин туспа киндерден күүс энергия алдык. Сака народа хага китайга кирен аюран же талан жерин тому тухан болан же биги бигин китай музыкатын салыктакы китай музыката ген ки яка бу үрөмөтгөр той кутура бардыр бияка иңилде же аны кас бидди сага ки те той мени ки той вакта той эле барата берилек аны түгөнгө туакка Қанның сергі туынға бірті тұтығылдан оңылықта олырық сақы музыкатын ғақырдықы беге аңандас оркестровой музыкары болмаққа қоровойға ұнытынан бедделан тұйыққа атын үстігенлері күтті дағуылдатан біліне текім барығын беге музыка ден термині білеген сақылы терминен соғытыра болмаққа бен айыл ден атықым барығын тұйыққа беге аяр Жамғытына айден тұлтан айыл ден нәтекін барығын. Беге айыл бұл сүрдәқ, күйістәқ, әлғаттың бәрелдіндәқ болан, яғы кейті білекке музыка ауырын әпті бәндірі. Работаю с исполнительными художниками. Вот насчет Лолиты сценографии написала цена. А Геннадий Сонников, ленинградский художник, и он очень опытный, талантливый человек, и поэтому он сразу двумя задниками раскрыл всю тему Лолиты. В общем, Марскую полностью. И с ним еще сценографии было, поэтому совсем не сложно. У нас очень хороший исполнитель художник по декорации Татьяна Георгиевна Сипанова. Наверное, весь театр благодарен ей. Наш театр для меня это семья моя. И самое моя радость и горе все в этом театре. Все-таки это якутская национальная музыка, во-первых. Во-первых, это музыка, которая имеет все ритмы, все мотивы нашей якутской древней традиционной музыки. И выступая в Москве, получился такой сильный толчок, прорыв музыки, потому что перед вечерним спектаклем днем я и художественный руководитель вот Геннадий Семенович, вообще мы стараемся полностью не играть и дать день до репетиции, потому что это такая музыка, которая должна быть
выплеснуто за один раз. Вот. И иногда это немножко удается, иногда это удается. И в этом случае, когда мы играли в Москве, я считаю, что я и мои коллеги-музыканты, мы вложили всю свою душу, значит, в этот балет. И за этот один час мы побывали в какой-то... Мы даже не думали, что мы сидим в оркестровой яме Российского театра нации в городе Москве. Мне показалось, что балет пролетел очень быстро. Не успел опомниться, уже балет закончился. Вот. Ну, и это балет очень, вообще эта музыка очень понравилась московским зрителям. Во-первых, ну, они давно, наверное, не слушали такую музыку, это и у них новшество какое-то, ну, да, новшество какое-то для них какое-то приятное. Вот, во-вторых, сама музыка по темпу, по характеру, по накалу страстей, она будоражит не только тех, кто стоит на сцене, танцует, не тех, кто играет, а весь зрительный зал. И это получилось очень-очень даже приятно. Специалисты просто мимоходом так разговаривал, так они так подходили, говорят, все нормально, так надо держать. И мы сейчас, это очень большой экзамен был для нас. Опять же, человек или коллектив, или существо всю жизнь же утверждается даже у себя все время. И опять было утверждено, что есть такой театр. Мы вот, особенно это в Москве. Мы, например, нигде театром не были. Мы это выезжали всегда как, ну, как концертная организация. Вот, вот два последних, ну, пять последних лет только концертная программа. Это и большой плюс. Дальше, значит, вот в нашей республике этот театр есть, значит, существует, он сложный организм, тем более уже почти вот, значит, коллектив создался, соорганизовался, и дальше, значит, будем это продолжать работать. Бахсурю – это мой дебют как театрального художника-постановщика. Я не ожидала, что у нас будет такой успех в Москве, но хотелось и верить в лучшее.
вы думаете об этом балете? Я еще будучи в Якутии, когда увидел этот балет, я был просто поражен, я заплакал, потому что подобных спектаклей в России просто нет. И честно вам скажу, что это не менее и не хуже, чем «Весна священной Стравинской». И в музыкальном плане, и в постановочном плане. И самое еще, что мне больше всего нравится, артисты с невероятной душой и отдачей работы. Они получают удовольствие сами от того, что они изображают. Добрый, злой дух. Настолько это приятно и интересно. А особенно появление детей. Это так трогает. Это невероятно просто. Вот это какая-то, знаете, светлая народная душа. Да, именно в детях мы только можем продолжаться в нашем, как говорится, будущем. Честно вам скажу, классика великолепна, но вот это вот народное, от земли идущее искусство, очень редко в Москве. Для меня, для как артиста, танцевать в «Лолите» это было сложно, потому что мы являемся до сих пор вот танцевали ту хореографию, основанную на народной лексике. А это для нас было открытием. Вот пробовать себя, потому что ограничить себя только одним, наверное, это было бы как бы застоем в творчестве, да, а вот пробовать себя в разных ипостасях танца, вот, и в классике, или в драме, или вот в народной хореографии, это говорит, наверное, о народных традициях, где вот наш фольклор и наша хореография вообще-то это синтез всего, чего вот есть. И вот когда говорили на обсуждении Союза театральных деятелей, что вот в спектакле «Боксурую» или в «Лолите» вот видится вот развитие русской национальной школы танца, почему-то вот так вот отметили, да? И я вот по приезду как-то вот так подумал, что вот действительно мы связаны, потому что мировая культура, она не делится на классику или на народное, либо на хорошее, плохое, потому что, наверное, прекрасное это пленять всегда. Я бы хотела отметить, что Лира Львовна – это такой человек, который, вы знаете, настолько трудяга. Она вот настолько шла, вот упершись в работу, и она своим упрямством, упорством, терпением, трудолюбием, она настолько завоевала уважение всех артистов. И все буквально подключились к ней и внимательно слушали ее, пытались все сделать. Это было трудная, и в то же время она была очень интересная работа.
я, наверное, тоже буду ставить и буду говорить, что, что Геннадий Баишев и Александр Алексеев и театр танца и со своими друзьями, с Людмилой Антиповной, с Лирой Кабышевой и с дирижером Николаем Петровым, они мне помогли в тяжелую минуту, потому что идея была, ну, сумасшедшая. Нормальный человек бы сказал, что это клиника. Что-то не нужно. Да, что это не нужно. Конечно, я не буду говорить, какие определенные давления, недопонимания вот были. Но вот я считаю, что протянуть руку своему коллеге с этой сумасшедшей идеей. И вот как это получилось? Пирог-то получился же. Да. Победителя не судят. Поразила своей сдержанностью, своей абсолютной чистотой и очень острой чувством. И вот это самое поразительное в спектакле. И в этом есть соответствие Набокова. Вот такое чисто ассоциативное. Вот там очень много странного у Лиры Габышевой. Очень странные эти персонажи исторические. С этими куклами. И тут же возникает тема этой женщины. Куклы всегда при мужчине немножко в итоге женщина оказывается куклой. Даже если она не нимфетка, она игрушка. И вот это фрейдистское подсознание, которое живет в героях спектакля, раздробленных на три обличья, а то и на четыре, потому что еще маленький Гумбольдт с этой Аннабеллой, которая двойник Лолиты, недаром это та же танцовщица. То есть, в сущности, это тоже три Лолиты. Эти воображаемые любовницы. Это потрясающая сцена с лестницей финальная. Вообще какой-то удивительный, я бы сказала, пронзительный трагизм этого спектакля. Он такой трагический. Он такой вот герой, который мечется в замкнутом кругу, из которого нет выхода и ничего нельзя решить. И все приходит на круги своя и кончается гибелью. И здесь очень правильно говорили мои глубоко уважаемые коллеги о том, что прекрасно, что это режиссерский театр. Мне хочется назвать этот театр не только режиссерским, а авторским. Вот мы часто говорим сейчас авторский фильм, авторский спектакль. Вот этот вечер, это вечер
авторского театра танца. Там нету никаких батрафигонских перепевов, то, что, к сожалению, очень свойственно очень многим нашим коллективам, в том числе и московским. У балетов такая есть рефлекторная мускульная память. Они вот не хотят повторить, но это само вылезает. А здесь все идет от себя. Все идет от авторов спектакля. И мне кажется, что вот эта линия, взятая на становление и развитие авторского театра, это самая перспективная и самая плодотворная линия. Я вам благодарен, что у нас и будет появился новый балет. Я вам благодарен, что театр там действительно сказал нам новое сегодня, то необходимое, что может двигать нашу хореографию, может помогать нашему театру, нашим хореографическим коллективам. Подсказать, просто-напросто подсказать, как идти, что делать. То, что существует сегодня в нашей хореографии, здесь все стоит на месте. Не просто так наши же с вами коллеги, хореографы или артисты балета, или даже критики, ничего не выдвигают нового. На смотр, на фестивале, что нет, то ставится, но ставится, то все это уже старыми бань. Поэтому держитесь, как благодарите. Я очень хочу поблагодарить хореографа и композитора. Спасибо вам большое. Одним дается очень много, они имеют центральные площадки, огромные труппы, огромные по количеству, спонсорство. А порой чик, и нет ничего. А вот эти скромные трудяги, которые порой, не знаю, не могут бледно-розового куска материи найти, чтобы Лолиту сшить не такой яркий костюм, вот они заслуживают глубокого удовлетворения. И мне кажется, что это может быть генеральное развитие, генеральной линией развития вашего театра, когда вы можете быть представлены на любой парижской или нью-йоркской сцене, тем более, что костюмы национальные и абсолютная вера в предлагаемые обстоятельства. Сначала мне даже странным показалось такое сочетание вот такого абсолютно этнобалета и вроде, так сказать, балета Лолита, который, в общем, воспринимается обычно как очень современный, так сказать, сюжет и современный балет. А когда я посмотрела оба спектакля, я поняла, что в этом программа заключена. Программа будущей деятельности театра. И, то есть театра, который будет, так сказать, работать и разрабатывать оба этих направления современного танца модерн. Причем я говорю об изгнании тоже как о явлении, так сказать, танца модерн, потому что я вспоминаю 13-й год, год, когда была показана в Париже «Весна священной», когда тоже все говорили о картине языческой Руси, архаика и так далее. А потом выяснилось, из этой архаики и выросла основная лексика современного танца. Таким образом, я тоже надеюсь, что якутский театр танца, соединив в себе вот эти очень интересные находки, которые есть у Байшева в спектакле, и соединив вот эту вот разрабатываемую Лерой Габушевой современную стилистику и, так сказать, постигая то, что достигнуто вообще другими труппами современных, потому что не зная того, что есть, нельзя двигаться дальше, я думаю, что он может сформироваться в очень интересный и очень такой яркий коллектив с очень своеобразной, так сказать, стилистической манерой вот исполнения. Глубокое знание именно народных традиций танца привело к практическому отказу от традиционно существующих в этом действии элементов и их иллюстраций. То есть, соответственно, это родное из этого взятое, но это театральный творчество. И именно поэтому знает кто-то это или не знает кто-то это воздействует не как в самом процессе бытовом, а как в очень высоком театральном действии. Для меня всегда важна в театре и вообще в искусстве, в любом искусстве, степень талантливости. Если талантливо, мне в сущности, ну, может, это грамотно с профессиональной точки зрения, мне безразлично, какими средствами Лира Габышева это достигла. Пластикой,
Она недаром называет спектакль пластическим действом, хотя я назвала бы этот спектакль просто балетом. Я думаю, что это сделано, чтобы оградить спектакль от излишних упреков вот, по части большей танцевальности. А может быть, не надо, чтобы они танцевали так уж. И кроме того, все-таки надо признать то, о чем мне пришлось говорить вот, в обсуждении, что на сегодня исполнители производят прекрасные впечатления, но их технологические возможности не так уж велики. И даже если бы Лире Гамышевой захотелось сделать какую-то хореографически сложную партитуру, возможно, это не было бы исполнительски упрощено. Ведь надо постепенно, они же только подходят, это новый для них материал, их надо выращивать. Очень заботливо. Балеты — это очень ранимые цветы. Мне показалось, что эта работа очень такая серьезная и во всех пунктах аргументированная какая-то. Она доказательна. Она доказала право на свое существование. Причем очень такое существование достойное, я бы сказал. Поэтому я как-то так ушел в великолепном настроении, даже выкушал водки как-то так уже с чувством такого глубокого удовлетворения, как говорили в старину, и законной гордости, да? Thank you.
надеется на возрождение танцевального искусства в России, потому что то, что я видела, это безумно интересно. Это очень своеобразно, вот это вот сочетание драматической режиссуры и движения, и пластики. Первый балет просто потрясающий, в том смысле, что вот он очень выстроен так, ну как в балете должно быть очень большая ясность. Вот там есть ясность. Я никогда не читаю программки до того, как посмотрю. И мне было все совершенно ясно с начала до конца, и это волнует, и захватывает. И это очень познавательно, этнографически очень интересно. Мне кажется, что с этими вот, с балетами такого рода, мне сказали, что здесь их несколько, можно просто выезжать за границу, и будет очень большой успех. Мне так кажется. Мы много ездим, поэтому есть какой-то опыт. Что касается второго спектакля, там тоже найден какой-то свой ход. И даже в тех местах, где я так с трудом вспоминала роман, я давно не перечитывала. И какие-то вещи думаешь, ага, про что это? Но настолько убедительно, настолько эмоционально сыгрывают артисты каждую сцену, и такие там есть сильные вещи, такие находки, но финал просто потрясающий. Вот этот образ страдания, он очень хорошо передан. И мне хочется пожелать этой талантливой труппе, причем здесь очень много персоналей, людей с каким-то собственным нутром, не похожих одни на другой. И мне хочется пожелать этому талантливому коллективу еще новых поисков. И очень хотелось бы оказать поддержку. Но вот мы сейчас строим в центре города Международный центр балетного искусства. Он и российский, и международный. Если нам это удастся сделать, мы будем чаще видеться, потому что у нас есть там и экспериментальная сцена будет, и большая. Потому что очень, мне кажется, очень важно. Вот этот приезд, не зря ваши спонсоры, или не знаю, кто ваши друзья, заплатили эти деньги, и ваше правительство поддержало этот приезд. Потому что это очень важно. Нельзя вариться в собственном соку. Не только вам, но и нам тоже. Нам очень важно тоже это было увидеть. Вот мы, например, подчеркнули для себя творчески очень многое. Очень многое нас как-то это возбудило, разбудило. Кирилл Иванович Алексеев, фирма «Голдспарк», конечно, Николай Егорович, финансово-производственная компания «Топалмак Крокодис», Тумосов Федор Тименович, и рынок монет, да? Как все знаете, одна монет, да? И аэропорт Якутск, мэрия города Якутска, Министерство по делам национальных и федеративных отношений в Москве, фирма «Гришко».